Андрей Андреевич, команда приехала с первых сборов. Насколько нам известно, там ребята хорошо поработали, тренерский состав доволен, ребята мобильные, динамичные приехали. Планировалось поехать и второй раз в Евпаторию у команды. Но вот как дальнейший будет тренировочный процесс происходить? Ну, как вы сказали, главный тренер, что сборы прошли прекрасно, в прекрасной обстановке, как говорится, моральной. И были все настроены на работу, хорошие условия. По приезду сюда было принято решением клуба, чтобы вторые сборы для сбережения финансов на вторую часть чемпионата Украины, вторые сборы провести в Кремче, так как позволяют погоды. Есть много спаррингов, я не могу точно сказать, это надо у главного тренера спросить. 5 спаррингов, по-моему, договорились, Александрия, Кривой Рог, Дубль. И будем тренироваться здесь, потому что условия погодные, условия, как говорится, инфраструктуры нам позволяют проводить тренировочный процесс здесь и при этом сохранить финансовые клуба.